Раньше люди выращивали растения в огороде, рано вставали, брали саженцы и рассаду, очень долго ехали на автомобиле или на автобусе, ну а потом много времени проводили в саду. Сейчас это все не обязательно, достаточно балкона. Ну или просто небольших емкостей для того, чтобы создать мини-агроферму. Сейчас выращивать микрозелень в домашних условиях не только полезно, но и модно. Нужно классифицировать по двум видам. Первый вид — это мы говорить будем о проростках, а второй мы будем говорить о микрозелени. Они выращиваются по разным технологиям, и проростки гораздо легче вырастить, чем микрозелень в домашних условиях. Микрозелень – это растение, у него уже сформировался корень, и оно находится в начальной стадии роста. А проросток – это растение, которое проклюнулось и которому 3-4 дня. Это не просто живой декор, но и пища, богатая полезными микроэлементами. И если проросток почти сразу готов к употреблению, то с растением придется повозиться. Олег Тупота занимается растениями давно, посвящаем все свободное время. Это занятие приносит ему не только душевное спокойствие, но и натуральную пищу, выращенную своими руками. Начинали со стакана. А потом со стакана, когда уже дал росточек, появилась немножечко это... корневая система, уже в стакане видно, что есть корневая система, и тогда мы высаживаем в этот ящик. И в таких ящиках она уже может достигать нормального результата, то есть уже будет созревание клубники. Необычное хобби не терпит спешки. За растениями нужен постоянный уход. Маленькое лимонное дерево – гордость в коллекции домашнего агронома. За ним он кропотливо ухаживает уже третий год. Вот это дерево выращено с лимонной косточки. Я его, правда, в этом году обрезал. Вот он немножечко как бы не очень. А в прошлом году он у меня был такой лохматый. Но его нужно было обрезать, эту лохматость. Почему? Потому что должен укорениться корень. В мини-огороде он выращивает клубнику, огурцы, лук, редиску и пряные травы. Все растения поливает два раза в день. Следит за тем, чтобы земля не была слишком сухой или чересчур мокрой. Необходим сбалансированный микроклимат. В мире высоких технологий жизнь неизбежно ускоряется. Но несмотря на это, современный человек, как и прежде, нуждается в здоровом и правильном питании. Для этого совсем не обязательно ходить на рынок. Достаточно лишь выделить немного свободного времени и место на подоконнике. Александр Кононов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.